Это история о том, как мы потеряли нашу Сюзанну, и о том, как случилось чудо. И мы нашли ее через 15 часов поиска. Ее искала вся страна, вся Венгрия. Это случилось в одно мгновение. Все, что помнит мама, они выходят на улицу, огромная собака бежит на них. Сюзанна пугается и, завизжав от страха, вместе с поводком вырывается из маминых рук. Мама пытается ее схватить, но сама падает. Резкая боль в колене и понимание, что Сюзанна убежала. Я в это время снимаю на видео выступление шикарного королевского пуделя из Китая на Best in Show. И вдруг раздается телефонный звонок и плачущий голос мамы. Сюзанна убежала. И вот именно с этого момента начинается наша трагическая история по поиску Сюзанны длиной 15 часов. История полная неизвестности, слез, боли, отчаяния. И в то же время это история о величайшей поддержке всех любителей собак Венгрии, которые в едином желании и душевном порыве сделали все возможное. Мы вместе сделали все возможное, чтобы Сюзанна снова была с нами. И чтобы произошло это чудо. Ведь это было практически невозможно. Будапешт – огромный город. Сюзанна здесь никогда не была. Здесь нет знакомых ей запахов и каких-то ориентиров. Темнота, ночь, дождь. Сейчас я хочу вспомнить и показать все события, как они происходили, чтобы восстановить происходящее и объяснить, как мы оказались в Будапеште. С 8 по 11 февраля в Будапеште проходила международная выставка собак в рамках большой выставки «ФЕХОВА» – «Оружие, рыбалка, охота». На выставку приехали первые лица страны, тысячи людей, собаки выступали в нескольких павильонах, и Сюзанна выступала, и очень хорошо. Первая в ее жизни выставка, и она побеждала. Мы радовались победам, я снимала видео, рассказывала обо всем, что происходит на выставке в видеорепортажах, делала интервью с гостями, я это очень люблю. А Сюзанна везде ходила со мной, ничто не предвещало беды. И во время съемки Best in Show родители идут на улицу с Сюзанной подышать свежим воздухом. Это примерно 7 вечера. И сразу большая собака бежит в их сторону, рывок поводка, мама падает, страшная боль в ноге, разорванные брюки, кровь на колени, безысходность и непонимание, что делать дальше. А дальше нам помогает руководство МЭОС. Это Венгерская кинологическая ассоциация, подразделение FCI. И сам руководитель FCI Томаш Якель тоже при этом присутствовал. Прямо во время Best in Show сделали объявление о пропаже собаки. Miközben a Basenji Futa Jelagáns kört egy szolgálati közleményt vagyok kénytelen közé tenni. Egy barna úszkár elveszett, keresi a gazdája. Ha történetesen valaki látja, észleli, hogy hol tartózkodik a kutya, akkor szíveskedjen az információs standra jönni, illetve oda bejelentést tenni. Tehát sajnálatunkra egy elveszett barna úszkát keres a tulajdonos. Руководитель МЭОС Корош Габор, Норберт Тибой, Аронеши Эйва организовывали публикации объявлений на сайтах МЭОС. Биру и Омалия на всех сайтах по поиску собак, а Кишкоталин делает это все на английском языке. Около 2000 человек в тот же вечер делают публикации на своих собственных страницах. Я получила огромное количество сообщений, звонков, люди поддерживали меня, приезжали к нам, помогали в поиске, приносили теплую одежду, еду, чай. А здесь мы уже стоим за забором, потому что нас очень требовательно, но вежливо попросили покинуть территорию Хунгэкспо. Никто не имеет права там находиться ночью. Надо понимать, что Сюзанна еще щенок, ей всего 10 месяцев, а на улице дождь. И каждый час нахождения под дождем для нее может принести огромный вред здоровью. Тем более пудель не для уличного содержания.
И Сюзанна всегда была рядом со мной. Она и спит у меня на подушке. Сюзанна родилась у нас в семье, в моих руках. Что было дальше? Всю ночь мы ходим вокруг забора Хунг-Экспо. Я, мои родители, люди, которые к нам приезжали. Мы кричим, зовем, просим Сюзанну вернуться. В темноте под дождем мы провели всю ночь, но результатов нет. Наступил рассвет. Нас пускают на территорию Хунг-Экспо, а здесь еще никого нет, кроме охраны. Мы снова несколько раз обходим всю территорию, заглядываем в каждую лазейку. Но Сюзанны нигде нет. Мои знакомые приезжали на выставку пораньше, чтобы искать ее. Мы отправляем друг другу сообщения, но все безрезультатно. Эрика Шиклаши настаивает на том, что срочно надо смотреть видео с камер наблюдений. Юлия Степанова постоянно на связи и помогает нам. Мы ждали, когда придет Акаш Главицкий, руководитель по организации всех мероприятий Хунг-Экспо, чтобы отсмотреть видео с камер наблюдения. В 9 утра нам удалось встретиться с ним и попросить о помощи, а в 10 утра он уже звонит нам и говорит, что они вместе с дочкой Доркой отсмотрели видео с различных камер, установленных на территории, и увидели, куда убежала Сюзанна. Огромное спасибо, Дорка. Спасибо, Акаш Главицкий. Somewhere here, right next to the gate 2, but the other side of the street. Oi, gate 2 or gate 3? Gate 2. Ah, she went through gate 2. No. Out. She didn't went through gates. She went through the fences here. Fences. Between 2 and 3. Mm-hmm. And last when we saw her, it was some around here on the other side of the street. Так мы узнаем, что Сюзанна убежала за территорию в сторону железной дороги. Мы сразу бежим туда. Поднимаемся к железной дороге, и мы не поверили своим глазам, но Сюзанна была там. Она нас ждет. Но не узнав нас, она убегает. Это Хунг-Экспо. Это Итвольд. Ин футотта, ин элюсар, ин ульман. Там Сюзанна, дере, дере. И нест. Вот она ин пробал там. Ода мені, де фут ін футом, де Ітвольд можете. Я быстро раздеваюсь до платья, которое было знакомо Сюзанне, розового цвета. Сажусь как можно ниже на землю и ласково зову ее. И вдруг она выходит из кустов, узнает меня и бросается мне на шею. Записываем для вас видео и мчимся в теплый павильон. По дороге я звоню Акаше Головицкому отблагодарить за эту помощь. Вот по скриншоту звонков видно, что в 9:55 он нам позвонил сообщить, что видел, куда убежала Сюзанна вчера вечером. А в 10:26 уже я звоню ему, что отблагодарите, что мы нашли Сюзанну. В 10:40 мы забегаем на территорию выставки, и все, кто нас видит, обнимают, плачут от радости, помогают согреть собаку. Жолт Хано организовывает нам сразу 2 горячих фена, чтобы высушить и согреть Сюзанну. А после того, как мы ее быстро высушили, кто-то даже пошутил: «Ох, какая красавица! Можно и в ринг выходить!» А миниатюрные пудели по расписанию как раз в 11:15. Я опускаю Сюзанну на пол, вижу, что она виляет хвостом. Она уже попила, поела и думаю, а может действительно в ринг? Там как раз щенок красного пуделя, и значит через 2 минуты нас вызовут. Мама быстро на бумажке от руки пишет номер. Утоши Хелена, которая приезжала к нам ночью помогать искать, дает колбасы, и мы выходим в ринг. И не просто выходим, это было лучшее ее выступление за все 4 дня. Мы получаем 3-й необходимый ХПИ, вот этот юниорский ЦАЦ. Мы получаем юниорский ЦАЦИП. И именно в этот день Сюзанна становится юным чемпионом Венгрии. Я сразу отвожу ее в гостиницу, и там она остается с моей семьей, принимает горячую ванну и может наконец-то расслабиться под теплым одеялом. Я радуюсь, что все закончилось благополучно, еду обратно на выставку. Прежде всего я хочу вернуться к людям, которые не спали с нами эту ночь, приезжали к нам, звонили, плакали, делились одеждой,
чувствами. И самое главное, делились своей любовью. Именно эта любовь, любовь всех венгров, и не только венгров, к нашей Сюзанне. Молитвы, желание, чтобы Сюзанна опять нашла своих хозяев, огромная вера в то, что мы сможем снова быть вместе. Ваше великое доброе сердце, именно это и помогло всем нам, чтобы это чудо свершилось. Я даже уверена, что Сюзанна чувствовала вашу любовь. И эта любовь помогла ей не замерзнуть под дождем, никуда не убегать, ждать нас на месте. Она там нас ждала 15 часов ночью. Ждала и дождалась. И теперь мы все вместе. Спасибо вам всем за любовь.